Как нам известно, на Украине находятся иностранные наемники для поддержки конфликта, направленного на захват и удержание власти Госдепом США. При этом переворот возглавили лица еврейской национальности. Некоторые из них объявили себя губернаторами. Чем же объясняется присутствие частных военных компаний на Украине? Все западные и военные компании создаются на основе чьих-то корпоративных интересов. Эй, смотри, частная охрана. Эй, давай ближе. Видишь этих ребят? Частные контрактники, им платят 700 баксов в день. Мне платят 7. Да, но знаешь, чем им приходится заниматься? Им приходится... Дуай! Сегодня в мире зарегистрировано и работает более 450 частных военных компаний по всем направлениям деятельности и относящихся к определенным типам частных компаний. Первыми на заре своей деятельности были компании военных услуг, осуществляющие непосредственную тактическую поддержку в ходе боевых действий, включая непосредственное участие в боевых операциях. Со временем такая деятельность была свернута и возобновилась с приходом оранжевых революций в Ливию, Сирию и другие страны. Так ЦРУ только в последнее время завербовало более 6 тысяч арабских, афганских и турецких наемников для совершения терактов в Сирии. По материалам прессы, вербовку по заказу ЦРУ ведет все та же американская частная компания Blackwater. Вооруженным формированием оппозиции в Сирии США дополнительно выделили 15 миллионов долларов и поставили переносные зенитно-ракетные комплексы. Наиболее распространенные частные военные компании – это компании военного консалтинга, осуществляющие стратегическое планирование, реформирование вооруженных сил, тренировку армейских подразделений, переподготовку офицерского и технического состава. И компании военной логистики, занимающиеся тыловым обеспечением войск и строительством военных объектов на территории других стран. Их обслуживают армейские компьютерные системы или сложные системы вооружений. Присутствуют на рынке и частные охранные компании или компании по безопасности, занимающиеся в сфере кризисного менеджмента, оценки рисков, консалтинга по безопасности, охране объектов, предоставление телохранителей, разминированию, обучению подразделений армии и полиции. Еще одной отраслью деятельности частных военных компаний являются авиаперевозки. Так, американская частная военная компания Dyne Corp в 2009 году получила контракт на 915 миллионов долларов от Госдепа США по организации воздушных перевозок и обеспечению безопасности с воздуха дипломатических представительств США, что очень удобно для вывоза различных ценностей с оккупированных территорий. В современном мире появлению в кризисных регионах частных военизированных компаний и служб безопасности благоприятствует целый ряд факторов. Главную причину растущей популярности ЧВК следует искать в трансформации мировой экономической системы и ее глобализации. Современные транснациональные корпорации, располагающие сотнями миллиардов долларов, нуждаются в защите своих интересов ничуть не меньше, чем государство. Включение в эти процессы регулярных армий – процесс долгий и сложный, иногда не совсем оправданный в военно-политических последствиях, а затраты на поддержание лояльности бюрократического аппарата сравнимы с расходами на содержание собственной службы безопасности. Именно поэтому корпорации предпочитают неповоротливым армиям отряды оперативного реагирования частных военизированных компаний. Впрочем, еще более важным является то, что через эти компании можно без контроля американского налогового ведомства получать доходы заведомо завышенными ценами на услуги. Немаловажное значение имеет и то, что в современном обществе люди с усердием исполняют свои обязанности по отношению к частному работодателю. Понятие «долга» по отношению к государству все более и более размывается.
Впрочем, меняется и само отношение к частным военным структурам. И теперь для них это обычная и легальная работа с определенными рамками, законами полномочий. Кстати, если полковник Вачков в своей книге «Спецназ России» призывает использовать спецназ для защиты российского бизнеса за границей, то для западных стран логичнее в таких вопросах использовать все те же частные военные компании, нежели спецподразделения армии и полиции. Министру обороны США придется решать вопрос со скандально известной компанией, обвиняемой в тесных связях с правительством. Частная военная компания Academy, ранее известная под названием Blackwater, оказалась замешана в деле о контрабанде оружия, но отделалась лишь предупреждением. Учитывая то обстоятельство, что в 1991 году всех граждан СССР дезинформировали о том, что нашего государства не существует, оторванные от России республики постепенно стали превращать в конгломераты, сначала запустив процесс приватизации, а затем транснациональные корпорации стали скупать у местных олигархов объекты производства, землю и другие ресурсы. Здесь хочу уточнить, что для западных ТНК является ресурсами. Земля и ее недра, рынок сбыта продукции, стратегические объекты, специалисты различных областей, дети, девушки, человеческие органы. Это основное. В данном случае то, что происходит сейчас на Украине, и есть экспансия западных транснациональных корпораций, которые уже скупили, как они считают, достаточно для того, чтобы окончательно установить свой протекторат, а затем зачистить население для завоза мигрантов из США, Латинской Америки, Израиля и Европы. Все это расписано в английском проекте внутреннего перемещения. В марте этого года появилась информация, что в Киев прибыло около 300 сотрудников частной охранной корпорации «Академи», головорезы с автоматами, гранатометами и снайперскими винтовками. Это одно из крупнейших охранных предприятий Соединенных Штатов Америки. Ранее корпорация именовалась Blackwater, но после череды громких международных скандалов она несколько раз переименовывалась. Сейчас штат Академии состоит из почти 20 тысяч контрактников, которые занимаются в горячих точках всем, от охраны лидеров до обслуживания ударных беспилотников, от снайперской охоты до доставки туалетной бумаги на линию фронта. Эти солдаты удачи не боятся пролить чужую кровь. Так, в 2007 году охранники Blackwater, обеспечивающие безопасность дипломатического конвоя Госдепа США в Ираке, устроили перестрелку. В результате погибли 17 мирных жителей, включая детей. Сотрудников корпорации неоднократно ловили на незаконной торговле оружием и людьми. В Афганистане они не раз попадались на контрабандном вывозе из страны героина. Но что такое 300 головорезов на всю Украину? На самом деле их гораздо больше. Содействуют оккупантам в таких делах украинская еврейская олигархия. Кстати, эта же олигархия содержит футбольные клубы, на основе которых взращиваются фанаты-зомби-биороботы, задачи которых – создавать очаги конфликтов и осуществлять рейдерские захваты различных объектов. В этом случае бандформирование «Правый сектор» выступал на стороне западных транснациональных корпораций и их смотрящих – Коломойского, Таруты, Пинчука, Порошенко и прочих евреев. На стороне и для защиты интересов местной клановой олигархии, партии регионов, выступали так называемые «тетушки», спортсмены и хулиганы. И те, и другие шли проливать кровь за интересы жидовствующих. Как обычно, славян стравливают друг с другом, чтобы власть досталась инородцам. Намедни на сайте «Украинской правды» появилась статья
за кулисами правого сектора. Там, в частности, показана роль известного на Украине своими выступлениями Сергея Разумовского. Это один из толпы десятников правого сектора. Однако у Разумовского есть свои амбиции, и они не обязательно соответствуют планам его подельников. Так, например, было, когда он состоял в титульном суверенном народе Украины, а потом попытался отжать эту аферу у координатора ТСНУ, жителя Чернигова Олега Брилева. Чтобы понять роль ТСНУ, давайте обратимся к истории. СССР, присоединивший в 1939 году западноукраинские земли, не мог оставить без внимания одиозную фигуру нового вождя, претендующего на политические цели в Советской Украине, Андрея Мельника и его спецслужбы. Не помешало этому и начавшаяся война, в которой Мельник принял самое активное участие, опираясь на спонсоров в Западной Европе и среди диаспоры украинцев в мире. Мельник тогда возглавлял организацию украинских националистов, основные центры которой находились в Польше и Берлине. Про Бандеру еще никто не знал. Тогда НКВД пришлось выбирать из двух зол меньшее – усиливать АУН Бандеры и ослаблять наиболее опасную для них АУН Мельника. Тем более, что они неприкрыто враждовали между собой. В конечном итоге все-таки получилось, и после победы СССР разбирался уже не с организацией мирового уровня, а с разрозненной шайкой отчаявшихся людей, оставленных на произвол перед лицом победоносной армии и очистных войск по очистке тыла. Вот благодаря созданному мифу и бесструктурному управлению НКВД АУН Бандеры и удалось сломить сопротивление на Западной Украине. Бандера просто не сумел содержать ту армию, которая существовала у Мельника. Он был беден, и ему не доверяли деньги западные спонсоры. Поэтому армия УПА превратилась в набор небольших групп, больше сидевших в темных схронах и кормивших вшей. По истечении определенного времени все вздохнули с облегчением. Советской власти была объявлена амнистия, и все прегрешения украинских повстанцев были списаны на человека с плешью, имя которого стало нарицательным во всем мире. Так что бандеровцы даже не знают, что их кумир всего лишь креатура москалей из НКВД, и его личность ничтожна по сравнению с личностью Андрея Мельника, реального организатора сопротивления на Украине. Бандера – это мальчик для битья, на манер Сашки Билова в современной истории. После начала операции «Барбаросса» ее сторонники и члены походных групп стали систематически уничтожаться структурами АУН Бандеры, имеющей целью формирование суверенной соборной украинской державы с вождем Степкой Бандерой. Однако несколько лет назад на экстерриториальном правовом поле появляются судари из ТСНУ и продают удостоверение человека коренного народа Украины, в которых написано, что его владельцы имеют экстерриториальные привилегии, а именно освобождение от государственного налогообложения, неподсудность государственным судам, неприкосновенность имущества и так далее. Олег Брилев и его окружение провели довольно кропотливую работу по обнаружению дыр в украинском законодательстве и даже помогли многим понять, что Украина – это не государство, а всего лишь корпорация, в которой они хотели найти место для себя и обогатиться. Наверняка эту их затею сопровождали спецслужбы, и ТСНУ – это лишь продолжение бандеровской суверенной соборной украинской державы для расчленения Украины. И вот в этом процессе частные военные компании должны сыграть свою роль, потому что они прекрасно вписываются в корпоративные войны, а в самостоятельное государство даже не сунутся. Сереге же Разумовскому тоже захотелось создать свою армию наемников и славян, чтобы участвовать в рейдерских захватах и в корпоративных войнах.
Как видите, схемы сепаратизма довольно разнообразны и не всем доступны и понятны. И СБУ, как филиал израильского Моссада и ЦРУ, делает все, чтобы сдать Украину как корпорацию, хотя бы частями. А население – это вопрос десятый. Однако население Украины инстинктивно начинает вооружаться в преддверии гражданской войны или мотивированного чувства опасности за свою жизнь и жизнь своей семьи. Сегодня такую опасность для граждан Украины представляет вся украинская власть в целом. Война с населением фактически ведется на каждом участке государственной машины. И неважно, что это суд, прокуратура, МВД или Министерство здравоохранения. Все они продукт корпоратизации Украинской Республики. И в образе врага население видит конкретных лиц, занимающих видные государственные посты. Видимо, не случайно создавалось такое вооруженное формирование, как «Беркут», которое одним из основных своих задач видело противодействие массовым беспорядкам. Личных охранников президента Украины было около 170, а в районе Межигорья, где проживал Янукович, была размещена мобильная огневая группа противовоздушной обороны, хотя это ему не помогло. Отсутствие закона и порядка неизбежно приведет к появлению отряда инсургентов. Это подзабытое политологами и военными слово означает вооруженные отряды гражданского населения, оказывающие организованное сопротивление власти. В том или ином виде противостояние будет, когда нет армии, когда внешние угрозы, кризис и войны несут угрозу целостности и суверенитету государства. Население имеет право на свою защиту, опираясь на статьи 17, 5 и 3 Конституции Украины. Будут инсургенты партизанить или легально защищать частную и коммунальную собственность от беспредела властей, не имеет значения. Значение имеет то, что военная самоорганизация власти и населения приобрела реальные черты вооруженных сил другого качества и морального наполнения. В каждой стороне есть что защищать и за что бороться. Взаимное недоверие, кризис и нищета скажут свое последнее слово. Впрочем, есть и другая сторона частных военных компаний. 11 апреля 2012 года в Государственной Думе президенту Российской Федерации Владимиру Путину был задан вопрос по поводу развития новой для России отрасли частных военных компаний. Возможно ли их появление в России? Депутат Государственной Думы Алексей Митрофанов тогда сказал, цитата, «В последние годы в мире развивается такой бизнес, как частные военные услуги. Американцы почти на 350 миллиардов долларов оказывают этих услуг. Частные военные компании, которые охраняют иностранное имущество и тренируют иностранный персонал, охраняют объекты инфраструктуры, оказывают огромное количество услуг в Ираке и других странах. Не кажется ли вам, что мы тоже должны быть представлены в этом бизнесе? Готовы ли вы создать, скажем, рабочую группу, которая проработала бы этот вопрос? Понятно, что этот вопрос только в ведении президента, поскольку речь идет о компаниях, обладающих оружием, в том числе стрелкового среднего вооружения. Поэтому это вещь серьезная». Конец цитаты. Владимир Путин, отвечая на вопрос депутата, заявил, что он не против создания в России частных военных компаний и пообещал рассмотреть этот вопрос и дать свой ответ на данное предложение. Цитата. «Считаю, что это действительно является инструментом реализации национальных интересов без прямого участия государства. Считаю, что над этим можно подумать и посмотреть». Конец цитаты. Дальше больше. Как уверенно заявила Виталию Чуркину американский представитель ООН Саманта Пауэр,
НАТО победило в холодной войне. На что он ей предложил не плеваться в разговоре и напомнил о том, что она беседует с Россией. А ведь именно так и сказал в свое время посол Российской империи в Париже французскому министру по поводу денонсации Парижского договора о Крыме в 1871 году. Именно «не плюйтесь». История повторяется. Путин хорошо учил ее в школе и верно использует ее в своих делах. Посмотрите на костры русской армии у границ Украины, на гениальный ход Путина в Крымском гамбите с помощью зеленых человечков, сотрудников частных военных компаний, без единого выстрела взявших Крым. Оцените долговязую фигуру Лаврова на симпозиумах дипломатов. Примите во внимание византийское коварство Путина. Граждане, да ведь перед нами план канцлера Горчакова, уже сующего сморщенным кулачком в носы и рыло гопников от Европы и США. Жаль, что тогда, в далеком 19 веке, Горчаков уступил своему императору и не довел дело до конца. Он не уничтожил Европейский банк, хотя и имел полную на то возможность. Тогда светлейший князь Горчаков придумал новую политику государства. Она называлась «Россия сосредотачивается». Спустя 14 лет после разгрома Бисмарка, оправившаяся и окрепшая Россия вышла из тени мировой политики и разорвала условия Парижского мирного договора. Мировые лидеры подняли неимоверную панику и грозили нашему Отечеству всеми возможными небесными и земными карами. Все это закончилось ничем. Точнее, не так. Все это закончилось укреплением государства России, ее армии и флота, национальной валюты и переустройство мира. Именно тогда, с разрешения Горчакова, на мировом политическом ринге появляется еще один игрок – Соединенные Штаты Америки. Однако миф о могуществе НАТО – это просто миф. НАТО в Европе – это национальные силы государств, входящие в него и пункты связи, станции слежения и так называемые мониторинговые группы или проще разведка – США. Вот и все. А еще несколько полков на евробазах авиационных соединений фронтовой авиации. Ни танков, ни ракет с ядерными боеголовками, кроме тех, что имеют государство ядерного альянса. А еще реклама и Голливуд со своими фильмами о непобедимости НАТО. Украина же не то, что не может воевать с Россией. Тем более, что государства такого нет. Сейчас президент находится по одну сторону хунта, а по другую. Она не контролирует даже Киев, где существует колоссальное количество бандформирований, орудующих в своих собственных интересах. В такой ситуации никакой консолидации нет, и, соответственно, единственное, на что может рассчитывать Киев перед лицом народного восстания против хунты – за порядок, за конституционный строй, за свои интересы, за демократию, за жизнь и свободу граждан – это американское вмешательство, введение войск НАТО. Но если войска НАТО втянутся сейчас напрямую, это и есть та ядерная война, на которую никто не пойдет – ни Европа, ни США. Поэтому на самом деле все, что сейчас Запад будет предлагать – это чистый блеф. Путин стоит на один шаг от того, чтобы стать лидером мира. Он действительно сдает исторический экзамен. И сейчас это момент истины для нас, для России. Это переломный момент для самого Путина. То есть уже Крым имеет второстепенное значение. То, что разыгрывается в Крыму, это не только порядок, не только спасение крымчан от запланированного геноцида и резни. Речь не идет о возвращении Крыма к России, речь идет совершенно о другом. О том, что американской гегемонии в мире и способности осуществлять перевороты, инициировать кровавую резню, положен конец. Если Россия настоит на своем, а мы настаиваем на международном праве, на соблюдение демократических процедур, на легальном и мирном решении всех проблем, на самом деле просто Путин становится первым лицом в мировой политике, а Обама пока что вторым. Это фундаментально необратимо. Это означает, что во всей глобальной политике, во всех конфликтах
во всех зонах мира, включая Тихоокеанский регион, Латинскую Америку, Европу, Азию, Исламский мир, все карты, все позиции будут пересданы. Теперь о главном. В конце 90-х годов прошлого века в Европе появляется поддержанный многими парламентами мира закон о создании частных военных компаний, которые оказывают услуги государствам, имеющим слабую армию, в защите национальных интересов, назовем их условно «желтые береты». Эти компании имеют право на основании договоров брать в аренду любую военную технику и вооружение, кроме средств массового поражения. Подготовка этих специалистов происходила в иностранном легионе Франции и прочих организациях наемников, легализировавших таким образом свою деятельность. В Европе и США таким образом появились целые армии, численность и состав которых реально неизвестен, равно как и их месторасположение. Добавлю следующее. Военнослужащие многих армий мира выполняют операции военного характера, как наемники именно «желтых беретов». Интересно и то, что западные парламенты, принявшие подобный закон на волне всеобщей демократизации, с удивлением обнаружили, что подавляющее большинство солдат этих структур – выходцы из бывшего СССР. Вначале это не привлекало внимания, ведь Россия со своей нищенской зарплатой и войной в Чечне не принималась политиками мира всерьез и рассматривалась как сырьевой придаток западного мира, который можно было грабить, не стесняясь продажных чиновников и униженного народа. Определение наемника было сформулировано в статье 47 первого дополнительного протокола к Женевским конвенциям, который был подписан в 1977 году, и наемником считается лицо, которое, первое, специально завербовано на месте или за границей для того, чтобы сражаться в вооруженном конфликте. Второе. Фактически принимает непосредственное участие в военных действиях. Третье. Принимает участие в военных действиях, руководствуясь главным образом желанием получить личную выгоду, и которому в действительности обещано стороной или по поручению стороны, находящейся в конфликте, материальное вознаграждение. Четвертое. Не является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни лицом, постоянно проживающим на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте. Пятое. Не входит в личный состав вооруженных сил стороны, находящихся в конфликте. И шестое. Не послано государством, которое не является стороной, находящейся в конфликте, для выполнения обязанностей в качестве лица, входящего в состав его вооруженных сил. Исходя из этого определения, ни солдат иностранного легиона французской армии, ни военнослужащие частей непальских гуркхов британских вооруженных сил не являются наемниками, так как хотя эти части и сформированы из иностранцев, но их вознаграждение соответствует вознаграждению обычных военнослужащих. Получение французского гражданства является вознаграждением, превышающим вознаграждение обычных военнослужащих. Международное гуманитарное право или право вооруженных конфликтов наемничество прямо не запрещает, а говорит лишь о том, что наемники не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. Это означает, что наемник рискует быть привлеченным к уголовной ответственности за участие в вооруженном конфликте, если попадет в плен. Действие международных договоров распространяются на те державы, которые эти договора подписали, за исключением случаев, когда положение того или иного договора признаются нормами обычного права. Так в израильском мануал «On the Laws of War» говорится, цитата, «Следующее положение дополнительного протокола предназначено для того, чтобы лишить наемников статуса военнопленных. Это положение, которое было принято под давлением африканских государств, считается нормой обычного права и таким образом обязательно». Конец цитаты. Еще более недвусмысленно высказываются составители новозеландского «Military Manual».
Выпустив серию резолюций, относящихся к отдельным антиколониальным конфликтам в Африке, ООН рекомендовала запретить использование наемников против национально-освободительных движений. Это не повлияло на их правовой статус, хотя правительство Анголы и начало уголовный процесс против наемников, попавших в плен. В связи с участившимися случаями использования наемников в военных конфликтах, в 1979 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о необходимости разработать Конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников. Был создан специализированный комитет, в состав которого вошли представители 35 государств. В 1989 году Организация Объединенных Наций приняла Конвенцию о запрещении вербовки, использования, финансирования и обучения наемников. Нет единого мнения по вопросу того, попадают ли под определение наемников сотрудники частных военных компаний. Эксперты ООН по правам человека полагают, что если сотрудники частных военных компаний непосредственно участвуют в боевых действиях, то они являются наемниками. Но это только предположение, не имеющее законодательной базы. По международным нормам, частные военные компании – это официально разрешенные и зарегистрированные по всем правилам коммерческие организации. А теперь перейдем к Крыму. Все эти зеленые человечки – не что иное, как желтые береты, нанятые самопровозглашенным правительством Крыма. И совершенно не важно, что в них служит еще вчера написавший рапорт об увольнении из вооруженных сил России псковские десантники и морпехи Северного флота России. Де юре они сотрудники частных военных компаний, действующих абсолютно законно по всем международным нормам. Именно они вежливо вытеснили голозадую украинскую армию в Крыму, которая много лет существовала на нищенскую зарплату. Откуда же деньги на такую великолепную экипировку, отличную технику, прекрасную подготовку и боевой дух, а главное – оплату солдат? Смею вас уверить, что для Европы и США было полной неожиданностью увидеть такую армию у России. Идущие учения приносят впечатляющие кадры новой путинской армии. Именно он и был автором законопроекта о создании частных военных компаний, который блестяще провел через паяцев и орликин Европарламента, продажных не менее его чиновников. Так, через наемничество, без криков и победных реляций, Путин создал русские частные военные компании. И заработав на них деньги, подготовив их в ведущих европейских и американских военных институтах, получил качественно подготовленную, высокооплачиваемую, отлично вооруженную армию новой России. Именно ее мы и видим сейчас в Крыму и на учениях Западного и Центрального округов России. Ну а подкрепленная стратегическими силами, она, скорее всего, лучшая в мире. И нам это скоро будет доказано. Впрочем, интрига не закончена. Денег в России оказалось больше, чем могут себе предположить люди, которые еще до сегодняшнего дня считали себя финансовыми воротилами мировой экономики. Путин поступил с настоящим византийским коварством. Окружив себя взяточниками, он обложил их данью и откатами. Не в состоянии побороть коррупцию, он возглавил ее, скопив громаднейший капитал, который, в отличие от Януковича, пустил не на семью, а на тайное перевооружение армии и флота. Международные корпорации щедро оплачивали лояльность к ним путинского руководства, а олигархи, которым объявил войну Владимир, достойный остаться в истории России с именем Хитрый, повелись на эту игру. Неумные же типа Ходорковского расплатились не только капиталом, но и годами отсидки. Французские корабли «Мистраль» заказаны российскими частными военными компаниями. Итак, по всему миру скуплено все самое лучшее.
Кстати, не забыт и отечественный военно-промышленный комплекс, который также получил заказы от западных частных военных компаний. Неизвестна настоящая роль Сердюкова в этой грандиозной схеме расхищения денег из армии России. Однако Путин, ничего не делающий зря, его сохранил и даже решил представить герою России. Вроде нонсенс, а задуматься стоит. Проводится блестящая подготовка к смене мировой валюты. На финансовый рынок вступает его величество юань, а место евро, похоже, займет рубль. Конечно, все это потребует времени, которое есть у Путина, и совершенно нет у Запада, который с удивлением смотрит на непонятные фигуры зеленых человечков в Крыму, постепенно находя их на своих территориях, точно так же говорящих на ненавистном ему славянском языке. Я являюсь заместителем председателя правительства Российской Федерации, возглавляю военно-промышленную комиссию при правительстве России. Это такая площадка, где работают все. И заказчики военной техники в лице Министерства обороны, Министерства внутренних дел, наши спецслужбы, вся промышленность сосредоточена, весь финансово-экономический блок правительства. Вы видите, что произошло на Украине. Наконец-то произошло воссоединение Крыма с Россией, с чем я вас сердечно всех поздравляю. Это... Для меня это просто был праздник большой, личный праздник. Я сам в начале 90-х годов очень много занимался защитой наших соотечественников, был в Крыму, видел, как, по сути дела, страдает разделенная нация, расчлененная границами новых государств. Русский народ оказался разрезан таким образом, что образовалась самая большая диаспора за пределами нашей страны. 17,5% всех русских оказались за пределами России. И то, что с Крымом произошло, то, что он воссоединился без единого выстрела. Почему это произошло? Да потому что мы уже другие стали. Мы уже не такие, сказать, бесхребетные, которые прогибаются под конъюнктуру мировой политики. И у нас уже появилась физическая сила, которая крайне важна для того, чтобы с нами разговаривали уважительно. Нам нужны свои вооруженные силы. Мощные и ультрасовременные. И я надеюсь, что именно первые зачатки вот таких вооруженных сил, первое ощущение новой мощи России и позволило нам, как я уже сказал, без единого выстрела восстановить российскую власть в Крыму. Мы начали амбициозную, очень дорогостоящую программу глобального перевооружения российских вооруженных сил. Нам крайне важно сделать так, чтобы сегодня самые талантливые дети, школьники, шли в технические вузы, приобретали инженерные профессии, чтобы в инженерном деле мы могли выявлять новую конструкторскую мысль, новых конструкторов, поднимать их статус. Мы должны сегодня сделать так, чтобы конструктор и инженер в нашем российском обществе, это была элита страны, чтобы уважение к этим профессиям было всемерным, и оно должно быть подчеркнуто не только самим моральным отношением в обществе к этим людям. Оно должно быть подчеркнуто материальным содержанием этих людей в нашей стране. Поэтому сейчас мы делаем крутой разворот в области образования. То, что я сейчас рассказал, звучит красиво и оптимистично. Тем не менее, в глобальной политике система управления, именуемая «Глобальный предиктор», вписала эти действия в свой сценарий, который предполагает передачу функций мирового жандарма от США России. Как сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, цитирую, «Мы планируем увеличить количество военных баз. Помимо Вьетнама и Кубы, мы планируем расширить их количество за счет таких стран, как Венесуэла, Никарагуа, Сейшельские острова, Сингапур и другие». Конец цитат. Глобальный предиктор заинтересован поддерживать строго библейскую концепцию с ее толпоэлитаризмом, рабовладением и собственностью на средства производства. Многие полагают, что решение проблем лежит на применении силы. Однако это совсем не так. В концепции общественной безопасности силовой приоритет стоит на 6-м месте обобщенных средств управления или уничтожения обществом. Он самый быстродейственный и наименее эффективный по сравнению, например, с экономическим либо идеологическим. Еще более высшими приоритетами являются хронологический и мировоззренческий.
знание невозможно победить никаким оружием. Концепция общественной безопасности – это система знаний об управлении, разработанная в СССР и направленная на преодоление всем человечеством глобального системного кризиса, и эта идея о построении действительно достойного звания человека, общества человеков и определенное понимание мироустройства, позволяющее воплотить эту идею в жизнь. Концепция общественной безопасности включает научные и научно-популярные труды на различные темы: теория управления, образование, экономика, философия и другие. Ядром группы вначале были офицеры военно-морского флота, затем присоединились офицеры других родов войск и специалисты гражданских специальностей. КОБ на данный момент наиболее проработанная научная база для реального изменения жизни общества. Мы присутствуем при грандиозном шоу падения Европы и переделе мира. С востока встает новый индустриальный и военный гигант, именуемый Азией, наконец осознавший свое значение в мировой истории. А на фоне этого, погрязшая в долгах, посаженная на газовую иглу, коррумпированная Европа, вступающая не в самые лучшие свои времена. И растерянность Соединенных Штатов, долги которых куплены Китаем, Россией и странами Азии. Дай бог, чтобы этот передел состоялся так же бескровно, как и крымское присоединение. А на Украине начинается отечественная война, потому что каждые 200 лет мы изгоняем наших кровопийц. А тут как раз 200 лет стукнуло, как изгнали французов. Очистим же, други, Украину от генно-модифицированных, педерастии, жлобством, истерикой и каннибализмом тварей. А затем поможем очистить Россию. Привет, пап. Привет, Кирюх, как дела? Чё такой надутый? Не хочу я этот английский учить. Язык знать надо. Не хочу. Есть такое слово «надо». Без языка сейчас никуда, ты будешь дворником или грузчиком. А ты же не знаешь, а не дворник. Замаскированный командный пункт уничтожен. Извините, товарищ генерал. Лишь недавно учились мы в классе 10-м и часы проверяли по школьным звонкам. А теперь привыкайте, ребята, к десантным, продуваемым всеми ветрами войска. А теперь привыкайте, ребята, к десантным, а теперь привыкайте, ребята, к десантным, продуваемым всеми ветрами войска. Меняйте на то, что сурова погода, не считайте, что строг командир без причин. Предстоит вам всего за каких-то 2 года из вчерашних юнцов превратиться в мужчин. Предстоит вам всего за каких-то 2 года, предстоит вам всего за каких-то 2 года из вчерашних юнцов превратиться в мужчин. Вам недолго носить эту форму, ребята, только будет всегда до седин на висках, та закалка, что вы получили в десантных, продуваемых всеми ветрами войсках. Та закалка, что вы получили в десантных, та закалка, что вы получили в десантных, продуваемых всеми ветрами войсках.